Скотт, что ты тут делаешь? Я должен фотошопить. Окей. Покажи киску без регистрации и смс. Мой котик. Ну что, ребят, настало время фотошопить ваши прекрасные лица, или фото, или картинки, или вообще что вы там понакидали в том посте. Вообще, несколько недель назад, получается, да, я просил вас накидать то, что не жалко, чтобы я, в общем-то, изуродовал. Ладно, ребята. Настало время видео с фотошопом. Заливайте в комменты все, что хотите, чтобы я уничтожил в видосе с помощью фотомагазина. 16 октября было, сейчас 27. Поэтому давайте, наверное, начнем. И что ж, первую фотографию скидывает Андрей Петров. Я думаю, что здесь, здесь, в принципе, все прекрасно, да? Ладно, знаете что, есть кое-что, что можно поменять. Ну, в принципе, все. Вот теперь это фото можно не трогать. Это, в принципе, я когда-то делал вот эту вот прекрасную фотографию. Ну ладно, братишка, я так понимаю, ты хочешь, чтобы я сделал из этой фотографии что-нибудь шедевральное, правда? А вот интересно, коровье вымя, это бан? Или это бан? Я не могу понять, это бан или нет? Типа, если это бан за коровье вымя, я даже не знаю теперь. И в принципе все, да? И это в принципе то, что нужно. Решил прикоснуться к прекрасному и вот схватил за сосочек. За сосочек схватил. А, кстати, почему они черные? Так и должно быть? О, вот это я понимаю. Вот это пациент. Мне кажется, знаете, ему не хватает брутальности. Для брутальности нужно что? Правильно, для брутальности не хватает усишек. И значит, чтобы было точно понятно, что это, вот мы на сосочке ставим точечки, чтобы это не было плюс баном. Нет, на самом деле, знаете, я придумал. Это титьки, блять. Тебе вообще зачем девочка? Зачем тебе девочка, молодой человек, если у тебя есть такие титьки? Правильно? Я пытался подставить эту хуйню как мог. Ну, вы знаете, в принципе, похоже. Ну, это, конечно, мне кажется, что я в жизни занимаюсь чем-то не тем. Но потом эти глупые мысли проходят, и я делаю картиночку, поэтому... А знаете, на что это похоже? Это похоже на Крэнга. Это робот, в котором сидит Крэнг. Если бы такой чел зашел в чат, тут бы сразу все поливали, потому что у него есть некоторые вопросы. Да? Какие черепашки, сука. Ну что ж, а следующий пациент у нас Сергей Логунов. Сейчас, Сережа, я сделаю тебя на чуточку лучше. Правда, Серега, кем бы ты был из «Алисы в стране чудес»? Ты гусеница. А, бля, это хорошо получилось, знаете, когда с утречка выходишь на чужую капусту. Всегда не понимал, почему такие шапки называют гондонки. Не понимал. Но спасибо тебе, Владимир Кальянов. Вот это я понимаю, да, молодой человек популярный у девушек. Девушек немножечко размажем, чтобы они как будто были вот вдалеке, но не столько вдалеке. Ну что ж, я думаю, что здесь я сделал все, что от меня зависело. Я сделал парня счастливым. Давно хотел увековечить нас с подругой на ютубчике. Из меня можешь сделать агра или тролля. Хах. Возьми нас в видосик, плиз. Я еще в прошлый раз просил. Сразу говорю, не обессудь моих представлениях о троллях и эльфийке. Ну так, на всякий случай. Вдруг ты думаешь, что они немножечко другие. 12 seconds later. Я даже не знаю, знаете, я хотел сделать пару трек вместе с Фионой. Но Фиона была принцессой и тоже была огром. А тут вот как-то получилось, как-то вот так получилось. Понимаете, вот это вот так. Или даже вот так. Что-то после бурных выходных, знаете. Где-то вот там, где-то на болоте. И вот, в общем-то, вы вроде сначала люди приехали потусить. И такой, здравствуйте, привет, ребят. Сегодня мы с вами нахерачимся. И как бы вот, и вы уезжаете примерно вот так. На! Данил Беляков, котик. И, видимо, сам Данил. Я вот даже не знаю, что с ним котом делать. Котов вообще, в принципе, трогать не надо, потому что коты прекрасны. Но такое впечатление, что кот увидел некоторое дерьмо, и как бы вот Данил. Окей. Короче, Данил, я придумал очень клевую идею. Мы сделаем из тебя котика. Сразу понятно, что ты какой-то грустный, смотришь на этого кота и хочешь быть таким же прекрасным пухленьким пирожочком. Короче, в планах было сделать так, чтобы у тебя рот был как у кота открытый. Ты такой типа мяу! И типа вот мяу! Даже получилось. Вот, ты вроде даже и повеселел. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я не знаю, что ты на это скажешь. Мало чем в жизни горжусь, но вот рот, этот рот и вот эта вот физиономия, ты понимаешь, что ты уже стал котом, и тебе на все насрать. Можно лежать вот так, да, и даже лайк небольшой можно поставить, да? Это похоже на лайк, да? Как будто он такой, типа, бой. Ну, в общем-то, было, стало. И я думаю, что это прекрасно. Я думаю, что быть котиком — это прекрасно. Кстати, что это?
что это, блядь? Что я должен с этим поделать? Иногда, знаете, задание вот отфотошопить вот это, и ты такой, типа, думаешь, чё? Зачем вообще жабу заставили держать маленький пылесосик? Кто вообще сделал маленький пылесосик? Или это просто огромная жаба? Ну, это, знаете, чисто жаба, которая пылесосит. У всех такое было, да, вот оставь вот Лукойл в чат, если было, вот пылесосишь такую квартиру, такой пылесосишь, и тут, сука, кот. И ты вроде такой подползаешь уже, и видишь, там кот лежит. Думаешь, ебать, напугну котика. Очень тихо, в сайленс режиме просто, потому что ты жаба, правильно, ты можешь ползать по стенам. Перебираешь из потолка, подходишь к коту, а коту как похуй, он, понимаете, он лежит, он думает, ебать, вот это паркет, вот это паркет. Я что, в прошлой жизни был человек, меня, наверное, звали Данил. Но паркет прекрасен. Паркет. И ты вроде как уже подползаешь к нему очень близко. И резко нажимаешь на кнопку и подставляешь эту штуку от пылесоса к его заднице. И кот такой, типа, блядь! Блядь, хозяин, ты что, ёбнулся? В задницу? Это вот туда. Вот туда идите. Вот прямо вниз. Вот туда вот вниз. И не ошибетесь. И такой, ну, бля, ну ладно, и просто спускаешься вниз и уходишь. Потому что это дом кота, ты, в принципе, тут вообще не живешь, и платить как бы надо, знаете, за квартиру. А он тебя пылесосить заставляет, и ты такой думаешь, бля, я думал, я над ним пошучу, а он, нет, кот, это кот. Бывает, смотришь на фотографию, и тут все сразу понятно без слов. Я думаю, ты знал, на что шел, когда скидывал такую фотографию. Вот это молодой человек! Нет, за такого бойца я бы, наверное, поиграл. Я думаю, что у него единственный скилл, который вот на все кнопки, в принципе, распространяется, он даже не ходит, не бегает. Он просто вот нажимаешь на кнопку, и он просто уничтожает себя своими охуительными очками и давит авторитетом. То есть ты даже ничего делать не можешь, когда вот выходит он и говорит, месье, снимайте трусы, понимаете, я уже пришел. Вообще, он на черепашку ездит немножко похож. Так, пацаны, Дэн Строкин. Я так понимаю, сам знает, на что подписался. Кто из вас Денис, я не знаю, поэтому представим, что вы оба Денисы. По-моему, он даже дали грамоту. Непонятно, правда, кому. А, какой-то группе. И пирог. Видимо, за прекрасный выпеченный пирог. Я решил посмотреть что-нибудь в гугле под словами «гей-клуб». Но мне почему-то выдало Бузова своим выступлением «Взорвала гей-клуб». А, кто-нибудь смотрел американский пирог? Кто-нибудь знает? Про маму Стифлера. С ними глаз да глаз нужен. Взяли какую-то грамоту, выиграли, какой-то пирог сделали. Ну что это? Тут, понимаете, мама Стифлера немножечко не хватает. Она вот будет смотреть, это как бы так вот издалека. Чисто, знаете, так вот. И она просто звонит вот своей подруге и говорит, дорогая, знаешь, сегодня, знаешь, дорогая, я, наверное, не приду. Тебе навстречу в кафешку, где мы там договорились, у меня тут есть одно маленькое отдельце. Должна попробовать этот пирожочек. Или два пирожочка. Анастасия Караваева, я думаю, я сделаю что-нибудь олдовое, что-нибудь такое, от чего душа будет радоваться, и ты будешь вспоминать свои прошлые времена. Как-то по-ебански получилось. А, я могу сделать еще другой фон, еба. Ну вот, наверное, что-нибудь розовенькое такое, вот что-то вот такое. Во, скачать мой кадр. Анастасия, я, знаешь, сделал на шаг больше и сделал тебе не картинку, а гифку. Можешь ее кидать своим корешам, друзьям, вот вместе с этим вот прекрасным медвежонком, чтобы все они радовались. И писать им теплые слова, вот прям как так же тепло, как ты обнимаешь этого мишку. Я даже постыдился, какой отъёб. Так, Свет Вершинская, ты накидала слишком много фоток, поэтому давай выберем что-нибудь одно. Ну вот что-нибудь вот такое, знаете, это вот очень-очень напоминает мне один мем. Ну все, в принципе, тут уже дальше ничего добавлять не надо, просто я тебе могу скинуть эту фотографию, и ты будешь посылать ее врагам, я не знаю, тёлкам, которые пытаются склеить твоего парня, с которым вы мутите. Вот так вот, чтобы ты была еще милее. Блин, это же какой-то другой человек получился, но я доволен. На таких вот слфачах порой не хватает чего-то. Что за хуйня? Вообще, по задумке я здесь должен был подставить мужика, который жопу показывает. Ну так, цель конца и модно, чтобы не получить бан, но и, в принципе, загуглил, показывает жопу. Но я думаю, вам лучше этого не видеть. Таня Швед показывает жопу. Altwitch, GFTBS, Silvername, Братишкинов. Ты просто гуляешь себе по городу, а там какие-то пьяные быдланы, около футболисты решили поиграть в футбик, но не получилось. И пока ты фоткался вот с этим, не знаю чем, что это вообще такое, это какой-то цветок, меч, который протыкает небеса, тут подбегают пацаны и просто пытаются вот поиграть в футбол, один снегает другой в штаны, и там как бы слово за слово и мужская любовь. Ты как бы просто хотел сфоткаться. Окей, Марина Фомичева на растерзание. Раз я беру от одного человека одну фотографию, ну не считая котика у Данила Белякова, я возьму у тебя, Марина, вот это. Мои полномочия на этом все, пожалуй. А я думаю, Марин, тебе понравилась на Игромире, да? Да? Марин,
Марина. Ну, Марина, что было на Игромире, остается на Игромире, правильно? Кирилл Ятманов. Или Ятмайлов, или Ятманов, сори, не знаю, как правильно. Бывает такое чувство, когда мама залезла в твой комп и начинает вводить сайты на букву П. И там вместо того, что не надо, ей выдает позитив, точка, стихи про маму, точка, ком. Я такая, о, сынуля, сынуля, я тебя люблю, сынуля. И ты такой, да, мам. Конечно, больше ты такого не вводи, понимаешь? Это я, мой новый синтезатор и моя самая лучшая в мире собака. Она будет рада, если ты передашь ей привет. Собака, это вот этот кусок собаки. Сколько же много всего у меня теперь будет на компе после этого фотошопа, вот прям вот. Сколько же много. Ну что, Полина Ратова, ты у нас будешь феей Винкс, которая снимает путников. А, даже не знаю, даже не спрашивай. У тебя крылышки предел. И ты просто лежишь и говоришь, молодой человек, вы зашли не в тот лес? Что там так смачно выпирает в штанах? Мешок с золотом? Ну, пожалуйста, вот его отдай сюда. И потом катитесь во своя сюда. До свидания. Кристина и Никита Юшковы. О, ребята, у вас что, совместный ВКонтакте? Ребята, совместный ВКонтакте. Я думаю, что если Кристина согласилась вести с тобой, прекрасным молодым человеком, один ВКонтакте на двоих, когда она заходит в класс и пытается найти тебя, она во всех молодых людях видит тебя. У всех остальных, вот видишь, такое небольшое повреждение черепа, чтобы можно было различить тебя и фейковых остальных Никитосов. Если девушка согласилась с тобой вести один ВКонтакте на двоих, цени ее, Никита, цени и не отпускай, цени. Ура, я люблю салфачи! Бакыджан, Артыкбай Бакыджан. А вы знаете, даже немножечко похоже. Я, честно говоря, не ожидал, что настолько будет похоже, но вот прям похоже. Ладно. Допустим. Ну что, ребят, я думаю, на этом все. Видос про фотошопы закончен. Спасибо всем тем, кто скинул фотки. И спасибо мне, что я их отфотошопил. Во ВКонтаче, если вы зайдете в паблик ВКонтакте, ссылка будет в описании к посту к этому видосу, я накидаю все эти фотографии вот туда в комментарии. Можете зайти, посмотреть, сохранить себе в сохраненочке и спамить куда хотите. Гифку Анастасии Караваевой скину, чтобы она их кидала своим родным и близким. Что, ребят, если вы хотите, чтобы я также вас отфотошопил, поэтому не стесняйтесь, заходите вот в описание к видосу. Там есть ссылочка на паблик ВКонтакте, да. Заходите, и я там изредка вот полю, вот пишу такие постики, где, ребята, нужно фотошопить, выкидайте, я фотошоплю. Поэтому не стесняемся, подписываемся вообще на все, и на Twitch канал тоже там есть ссылочка, да. И, в общем-то, это все, это был видос про фотошоп. Всем спасибо, всем пока.